Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать блюда, которые объединяют русскую и грузинскую кухню. Русскими будут блины, а начинка будет грузинская. Сначала мы замесим блинное тесто. Всыпаю муку, вбиваю яйца и заливаю холодной водой. Замешиваю постепенно с одним стаканом воды, а после добавлю второй стакан. Добавляю щепоточку соли и сахар и стакан воды. Тесто должно получиться в виде жидкой сметаны. Блинное тесто у нас готово. Теперь мы смажем сковороду постным маслом и начнем приготовление блинов. Сковорода должна быть сильно разогретая. Для быстроты приготовления блинов я использую обычно две сковородки. Можно и три. Я беру блины готовые, выкладываю на салфетку для того, чтобы они не склеивались. А теперь мы будем готовить грузинскую начинку, такую, которая используется для блюда лабиани. Мелко нарезаем лук и пассируем. И если вы хотите, чтобы лук скорее приготовился, возьмите, слегка посолите его. Пока жарится лук, мы пропустим через мясорубку фасоль. Полученную массу мы приправляем специями. Тщательно перемешиваем и добавляем обжаренному луку. Подогреваем начинку. Полученную начинку мы заворачиваем в блины. В принципе, блинчики уже готовы. Их можно несколько дней хранить в холодильнике. А когда вы решите их подать к столу, обязательно нужно обжарить. Что я сейчас и сделаю. Такие блинчики очень хорошо подавать с зеленью, с овощами. Приятного аппетита вам, друзья!